Вітаю всіх в ефірі 9 каналу. Щотижневий спортивний огляд «Дніпрофутбол» та його автор і ведучий Анатолій Шинкаренко. Одяг, вірніше, ось цю симпатичну вишиванку для ведучого надано інтернет-магазином «Кубертен.com.ua». «Кубертен.com.ua» – це сучасний та стильний одяг, що поєднує у собі українські традиції та футбольну складову. «Кубертен.com.ua» – перший український бренд, який відображає власний стиль українського вболівальника. Тому пропоную усім вам заходьте на сайт, знайомтесь і замовляйте собі на задоволення. Ми працюємо наживо. Телефон прямого ефіру 370-3101. Кінець року 2015-го, початок нового. Вчора у Дніпропетровську, скажімо так, з робочим візитом перебував голова Федерації футболу України, голова бюджетного комітету Верховної Ради Андрій Павелко. Звісно, з прийняття головного фінансового документу і розпочалася наша з ним сьогоднішня розмова. Ну, это действительно самый важный был вопрос, и он важен для всей страны и для, особенно для наших международных партнеров, для такой международной коалиции, которая с вниманием смотрит за тем, что происходит в Украине, и поддерживает нас на всех уровнях. И вы знаете, что недавно, благодаря такой очень серьезной работе и президента, и Верховной Рады, наконец-то Европарламент дал нам возможность без... прямой сигнал о том, что он нас поддержит в безвизовом режиме, и это очень такой хороший сигнал для всего мира. И в этот самый момент показать им, что у нас нет понимания по и будущему конституции, финансовой конституции будущего года, я считаю, что это был бы таким очень плохим сигналом, мягко говоря, а с другой стороны, это могло пойти в неуправляемый процесс финансовый, потому что не имея бюджет и не имея поддержки наших международных партнеров, это и Мировой банк, и Международный валютный фонд, это может привести к любым последствиям, вплоть до самых неуправляемых финансовых и экономических ситуаций в нашей стране. Так что действительно был очень сложный процесс согласования с фракциями, с комитетами. Сначала это был налоговый кодекс, который был очень спорный, много споров было вокруг него. И, в принципе, принято было решение, такое мудрое, либеральную реформу налоговую перенести на следующий год и начать ее рассматривать, назовем так, с общественным мнением, с серьезным обсуждением. А в этом году сделать только те необходимые минимальные изменения в существующий налоговый кодекс для того, чтобы принять сбалансированный бюджет. Ну и, конечно же, потом бюджетный кодекс принять и сам бюджет. У нас есть в этом деле прогресс, потому что в том году 29 декабря в 4 утра, в этом году уже тоже в 4 утра, только 25 декабря, так что на 4 дня раньше смогли принять столь важный документ для страны. И считаю, что это было таким хорошим сигналом для всей страны и особенно для наших международных партнеров по международной коалиции. Дякую вам за запитання. Я думаю, що тему засідання Конгресу обласного відділення Олімпійського комітету ми залишимо для новин спорту 9 каналу, безпосередньо до футболу. Перше моє запитання, а це вже 100%, ви війдете в історію українського футболу, як перший президент Федерації футболу України, при якому збірна національна команда наша вперше в своїй історії змогла подолати прокляття потрапляння на Євро-2016. Було багато спорів, чи залишати Михайла Фоменка біля керма збірної, чи не залишати. З одного боку перемога, і з іншого боку ви потрапили в такий, знаєте, цейтноту часів, коли війна на Сході, немає фінансування клубів, чемпіонат елітного дивізіону валиться, його якось потрібно зберегти. Я хотів би почути думки з цього приводу, і давайте розпочнемо все-таки з виходу команди до фінальної частини Євро-2016. Вы действительно правильно сказали о том, что это, наверное, для страны очень важно снять такое футбольное проклятие и наконец-то сделать так, чтобы наша страна в столь сложное время могла радоваться именно участию, для начала участию нашей сборной финальной части чемпионата Европы. А с другой стороны, раз мы уже заложили традиции менять проклятие,
то я думаю, что хорошая была бы традиция и удивлять, или там брать новые горизонты. Но для этого, конечно, нужно много составляющих, одной из которых с нашей стороны должна быть сейчас сделано все, чтобы успешная подготовка нашей национальной сборной была максимально эффективная, и наша сборная подошла к финальной части в лучшей форме с самыми серьезными амбициями. И вот в этом плане, конечно же, мы для Михаила Ивановича Фоменко дали все возможности безграничные в формировании как тренерского штаба, так и административного. Чи були, я вибачаю, що вас перебуваю, було багато суперечок, чи залишати Михайла Фоменка біля керма збірної, чи ні, згадувалося прізвище вашого друга і навіть кума Андрія Шевченка. Ну, можливо, це було на рівні пліток, що він може очолити збірною. Наскільки це відповідає дійсності і чи дійсно є такі, скажімо так, передумови, що він може війти до тренерського штабу Михайла Фоменка? Ну, дійсно, слухи такі ходили, але ми ж всі розуміємо, що у Андрія на сьогоднішній день необхідно ціле много составляющих в получении и опыта на тренерском поприще, хотя у него есть все возможности, он защитил диплом ПРО и имеет такую юридическую возможность, но мы должны понимать, что там, любые дружеские отношения ни в коем случае не должны переноситься на реальное управление самой главной командой страны. И здесь даже не было мыслей о том, чтобы сразу предложить такую возможность. Но с другой стороны, самое главное, что ни в коем случае нельзя давать повода даже сомневаться в тренерском штабе для продолжения работы, да? Для самого Михаила Ивановича. Всегда мы с ним откровенно говорили о том, что у него всегда есть максимальный карт-бланш. Хотя изначально, как только я возглавил, очень много было разговоров, что с первого дня надо было менять, что менять, и никто не верил, что мы выйдем. Мы увидели, что все-таки поддержка с моей стороны Михаила Ивановича все-таки дала нам такую общую возможность радоваться в Словении, в Мариборе за выход нашей сборной. Но, а с другой стороны, и сам Михаил Иванович понимает о том, что финальная часть чемпионата Европы, она намного сложнее, чем каждая игра в отборочном цикле. И здесь необходимо ему взвесить, кто ему нужен в штабе сборной. Это, он будет вырешать, это ему решать, да. И я еще раз хочу подчеркнуть, он знает все там возможности по тренерскому, по административному. И это тоже надо учитывать, потому что здесь необходимо подход, и начиная от питания, заканчивая... Как Лобановский говорит, дребниц немає. Да, да. И в этом плане, конечно же, мы с Михаилом Ивановичем очень так детально проговорили, что он имеет неограниченные возможности по комплектованию как тренерского штаба, так и административного. Андрей Васильевич, вы вчера говорили, что вы уже більш-менш, майже на 90% визначились, де мешкатиме збірна України під час Євро-2016, якщо можна поділитися. Ну, одна із таких вибраних баз, яку вибрала адміністратори зборної, і вони вместе з Михайлом Івановичем необхідно буде ще там посидіти і вибрати окончательне рішення, поставити, там, називають так, підписати контракт по базі. Но уже сегодня есть у Михаила Ивановича видение о том, чтобы разместить нашу сборную на юге Франции, возле, назовем так, одной из игр, которая предстоит нашей сборной. Марсель. Я так думаю, самая важная будет игра, это в Марсель с сборной Польши. И если мы там в той округе будем жить, я думаю, что это дополнительная будет симпатия от местных жителей за нашу сборную. Но это как дополнительная мотивация, но с другой стороны, полностью все такие вот детали даны на усмотрение Михаила Ивановича. Он выбирает из трех вариантов, насколько я знаю, и его мнение все-таки больше склоняется именно за такое базирование недалеко возле Марселя. Андрій Васильович, у нас не так багато часу сьогодні, купу хочеться всього переговорити. Будемо, мабуть, брати такі найгарячіші теми, і одна з них – це майбутнє чемпіонату прем'єр-ліги. І відбулася 23 грудня, відбулася вже робоча нарада, де окреслили коло команд, і всі схиляються до 12 клубів, хоча я знаю, що ви ратували, що було 16, і в одному з інтерв'ю Петро Іванов, генеральний директор прем'єр-ліги, говорив, що в
все-таки ми хочемо, щоб Федерація футболу прислухалася до думки клубів, тому що щоб був глядацький інтерес. Яка ваша точка зору як президента Федерації футболу на це питання? Ну, я вважаю, що перше, що клуби когда-то в своє історичне час создали прем'єр-лігу. И одна из самых основных задач премьер-лиги – это как раз решать формат проведения чемпионата, сколько клубов, по какой системе играть. И все вопросы эти возникают только по одной ситуации, потому что сама премьер-лига до конца не выполняла своих функций. И сегодня, когда по нашей инициативе мы создали такое общее, и по инициативе журналистов, которым я очень благодарен, Денисов и Цыганок вместе в одной команде работают над предложениями, в плюс туда включены представители премьер-лиги Федерации футбола Украины. Мы все вместе, так назовем так, вырабатываем пакетное такое решение, которое должно в первую очередь в кризисное время в футболе, в высшем футболе профессиональном, должно дать наиболее эффективное решение. Но и я еще раз подчеркиваю, что мы не должны забывать о том, что у нас не по территории, мягко говоря, не самая средняя даже страна, она по территории одна из лидеров в Европе, и мы не можем, не должны забывать о том, что развитие футбола всегда идет в пирамиде профессионального футбола. И если мы погонимся за телевизионными правами, можем тратить именно развитие регионального футбола, а там как раз вот такие футболисты выросли, как Коноплянка, как Ермоленко, они Кировоград, Сумы, Чернігов, там как раз і грають, там ростуть такі... Вінниця, Івано-Франківський, можна так продовжувати там. Так що, і головне, чому моя ця ідея? Я не борюсь проти прем'єр-ліги, ні в коєм випадку. Наоборот, я маю прямий контакт зі всіми президентами клубів, зі всіми журналістами. Ми дуже часто советуємося о том, наскільки правильно було б зробити формат і учесть всі ці сторони. Ну і ми повинні теж розуміти, що сьогодні не, називаємо так, не спокойное время в Украине, экономическое, там, назовем так, мы видим совершенно другие реалии, и футбол не может быть, как сказать, на другой планете жить, он все равно сталкивается с теми же проблемами. Штолкуется от реалий жизни. Конечно. И это на этот время, конечно, необходимо понимание того, что это будет, может быть, такой не совсем стандартный подход, и как один из вариантов рассматривается в этой рабочей группе, и я, как сказать, внутри процесса с удовольствием высказываю мнение и слышу другое, что два первых сделать пакетное решение на три чемпионата, первых два по 12 клубов с разделением по 6 за такой... Пинцунком и двух кил там, да? Да, да, два круга в 12 клубов, потом два круга по 6, три клуба на вылет между собой и 6 первых мест за чемпионство, за кубок. За Лигу чемпионов, за Лигу Европы будет бороться. Интересный формат, но в том числе и сделать так, чтобы прописать, что два чемпионата по 12, и третий в зависимости от ситуации в стране, от возможности первой лиги, от возможности клубов первой лиги, да, прописать, что это будет сразу 16 клубов, для того, чтобы мы вернулись после того, как все стабилизируется, и мы увидим финансовую, назовем так, стабильность клубов премьер-лиги, дадим возможность, чтобы у нас чемпионат был полноценный, 16 клубов, для того, чтобы мы не утратили географию развития футбола. Андрей Васильевич, ну... Это как один из вариантов, который сегодня рассматривается. Ну и вчера при зустрічі с активом, футбольным активом, вы говорили про те, что у Федерации футбола есть плани, це і хет-трик, і будівництво, якщо мені не зраджує пам'ять, 8 пляжних стадіонів для пляжного футболу. Можливо, ще є, я знаю, що ви започаткували таку ідею, що кожна федерація, оригінальна федерація футболу отримує 50 тисяч гривень на розвиток, якщо можна більш детально. Давайте із питання хет-трику розпочнемо. Ну, дійсно, це одна із таких наших... І що вона підрозуміває під собою? З сторон, які ми змогли за це стільки короткое время вернуть
назовем так, материально-техническую базу поставить во главу задач для Федерации футбола. И в этом плане впервые там, за 3 года Федерация футбола Украины получила по программе «Хэт-трик» возможность развития материально-технической базы по строительству стадионов с искусственным покрытием. В принципе, тогда такая программа, мы помним, была в 2008 году, самая последняя, но она была маленькими стадиончиками, которые были построены по всей стране, но маленькими площадками. Здесь мы поставили задачу именно большие стадионы, стандартные, и уже таких открыто 2. Один в Черкасской области, другой в Киевской области, Вишневая. Прекрасное современное оборудование, которое итальянское, которое было получено по программе «Хэт-трик». Это первый уже пример того, что даже в кризисное время мы можем привлекать те возможности из УЕФА, из других источников для того, чтобы мы не сетовали на сложность ситуации, а наоборот находили возможности для развития футбола, для развития материально-технической базы. И на следующий год мы получили уже одобрение на еще 6 полей стадионов. Мы же в Днепропетровске очень важно начали реконструкцию трудовых резервов, стадион трудового резерва, и там, конечно же, будет также по программе УЕФА «Хэт-трик» положено такое покрытие, и этот стадион, я думаю, что будет украшением нашего города, нашей области, так как там будут и легкоатлетические дорожки современные, на которых можно будет проводить соревнования международных уровня. Так что уверен, что этот стадион будет наконец-то сделан по самому последнему слову техники. З приводу стадіону, у мене питання в першу чергу не як до голови Федерації футболу, а як до голови бюджетного комітету України. Чи заплановані якісь кошти на майбутній рік для реконструкції і будівництва? І скільки вже сьогодні освоєно цих коштів? Ну, в этом году було виділено з бюджету 30 мільйонів на 2015 год. На следующий год цифра може бути где-то в таких же пределах от 25 до 35 мільйонів. Миллионов гривен на 2016 год на трудовые резервы будет выделено для окончания строительства столь такого масштабного проекта, потому что за последнее время в современном Украине очень мало было строительства стадионов, причем этот стадион как раз не для, назовем так, шоу, а именно для массовых занятий. Там будет круглые сутки тренироваться и училище Олимпийского резерва, и легкоатлетический манеж, и легкоатлетические дорожки. Там будет для, ну, назовем так, первая задача этого стадиона будет это доступность для массовых видов спорта. Потому что в том числе и искусственное поле дает возможность круглогодично, круглосуточно заполнять этот стадион. И так, чтобы мы дали возможность нашим детям заниматься именно спортом и заниматься доступным видом спорта. Чи існує якась конкретна, ну, якщо не дата, то принаймні там пора року, можливо, місяць, коли ви переріжете червону стрічку там? Ну, хотілося б як можна раніше, але, наскільки я знаю, навіть сьогодні там йдуть роботи, не переставая, можно приехать посмотреть, насколько там работает техника, полностью прокладываются новые коммуникации. Ну, действительно, это, назовем так, полномасштабное строительство современного стадиона. Ну, Днепропетровск наравне с Киевом вважається однією з таких столиць пляжного футболу. Що у цьому контексті? Я знаю, що вчора ви говорили про те, що в Федерації футболу є намір побудувати 8 стадіонів на теренах України. Ну, є одна із, називаємо так, одна із концепцій. Це не скільки навіть, ну, не будемо зациклюватися іменно на пляжному виді, пляжному футболі, а більше, скажімо, що це універсальний стадіон, але з одною з, там, ізюмінкою. Складових, так? Ізюмінка, це іменно в проведение на этих стадионах. Это такая концепция, единая концепция для стадиона близ воды, назовем так, там, где... Водоемом, да, для того, чтобы по всей стране в летний период можно было бы привлекать и зрителей, и... Тех, кто занимается, обожает. Конечно, как в пляжном футболом, в пляжный волейбол, в
назовем так, в межсезонье можно убирать оттуда песок и делать покрытие для игровых видов спорта, там, для баскетбола, волейбола, для тенниса, универсальное покрытие для того, чтобы этот стадион мог быть многофункциональным. И вплоть до того, что зимой можно было бы заливать каток, и с удовольствием это было бы зимним ледовым ареной. Мини-арена. Андрей Сергеевич, ну, вы знаете, на жаль, вітчизняний футбол паразитує таке явище, як договірні матчі. Я знаю, що ви один із авторів закону, який було прийнято по боротьбі з корупцією, по боротьбі з договірними матчами. Наскільки ви бачите його ефективність у майбутньому? Ну, я вважаю, що це одна із тих проблем, з якою я столкнувся. В первые же дни, как возглавил федерацию, мы получили целый ряд сигналов устрашающих, потому что в УЕФА и в Европе максимальное количество договорных матчей, которых фиксировалось со стороны УЕФА, это завышенные ставки в Сингапуре, в азиатском, там, букмекерских конторах азиатских. Это именно на матчи украинских юношей, Ю-18 и там, дублирующих составов. Что самое страшное, что это раковая опухоль, которая убивает саму суть игры, и со временем, когда эти юноши могут попасть потом в национальные сборные или в профессиональный футбол, в первой команды, и, например, как сборная Украины попадает в финальную часть чемпионата Европы или мира, и насколько будут игроки уже зависимы от этих агентов, которые их в свое время, назовем так, посадили на карандаш и ввели их в эти черные договоренности. Уверен, что как раз такой закон обязан будет предотвратить даже само на этапе возникновения такого вопроса, потому что там четко прописано, и мы его разрабатывали вместе с представителями Интерпола, Европола, для того, чтобы в случае доказательной базы и вынесения решения о наказании тех или иных участников этого процесса, то через Интерпол верхушка этой пирамиды, которая находится не в нашей стране, будет выставлена красная карточка, и они не смогут передвигаться по другим, ну, из своей страны не смогут выехать. Это тоже им даст, первый сигнал, что с Украиной иметь дело не выгодно, и они перейдут там в другие страны, где нет такого закона. Так что это такое шаг на предупреждение этих нарушений законодательства, чем уже факт Вы заиграли на выпорядке. Да, и, но мы видим, что в Италии даже сегодня там по 50, по 60 человек арестовывают за один день именно в этих коррупционных схемах. Так что это важный вопрос, и может быть кто-то недооценивает, но главное, чтобы мы понимали, что если бы мы замедлили или отложили этот вопрос, мы бы уже потом были в неуправляемом процессе, и мы не понимали бы, даже не осознавали, сколько игроков, у кого, с кем договаривались, с какими агентами, у кого они имеют зависимость, и вообще это утратило бы любой зрительский интерес к футболу. Андрій Сергійович, ну, на закінчення нашої розмови, якщо стисло, у мене три питання. Це перше, наскільки я знаю, що ви отримали керівну посаду і відразу таку високого, скажімо так, польоту віце-президент УЄФА. Декілька слів про це. Комітету національної асоціації УЄФА, дійсно, віце-голова этого комитета, это очень большое доверие, потому что в УЕФА очень такая система сложная и очень долгая для возможных. Но, кстати, и в том числе, и этот закон в том числе показал, что есть, назовем так, новое поколение в руководстве УЕФА, которое не на словах, а на деле уже показывает в первые же шаги максимально эффективные. И УЕФА действительно доверила такой высокий пост, потому что Комитет национальных ассоциаций считается одним из самых стратегических и важных комитетов в работе Европейской футбольной ассоциации.
Андрій Сергійович, було багато нарікань із боку тренерів, із боку фахівців, журналістів на роботу П'єр-Луїджі Коліні, але, наскільки я знаю, ви знову підписали з ним контракт терміном, якщо мені не зраджує пам'ять, на найближчі 4 роки. Ну, договор действительно на 4 года, но он с подтверждением каждый год. Так что оно считается там год, ну, 4 по году. Но уверен, что это все равно нам дает намного больше плюсов, потому что впервые этот чемпионат никто не может обвинить, что судейский комитет работает в пользу там, Динамо Киева или в пользу Шахтера или в пользу Металлиста. Раньше всегда такие разговоры, мы знаем, были. В Грозный больше всех кричит, да. Убывает. Я уверен, что как раз возможность нашим арбитрам уже начать обслуживать матчи Лиги Европы, Лиги Чемпионов. Пока есть, конечно, там отборочные матчи, там квалификационные, но мы уже видим, что, например, наша женская бригада арбитров обслуживала финал чемпионата мира среди женщин в Ванкувере. Это первая, назовем так, оценка деятельности комитета арбитров. И вообще, после того, как возглавил еще с этого года комитет арбитров Луччи Лучано, также итальянский специалист, любые инсинуации вокруг принятия решения комитетов арбитров стали минимальными, потому что все равно наши арбитры или наши бывшие арбитры так или иначе, ну, подвержены там, назовем так, давлению из собственников клубов. А у Луччи нет ни перед кем дребезжания, и для него есть одна цель и задача – это быть справедливым при назначении на матче арбитров, а также при системе подготовки арбитров как к чемпионату, так и к международным матчам. Наскільки реально проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві? Я знаю, що ця ваша ідея була підтримана на найвищому державному рівні. Действительно, благодаря поддержке от первых лиц государства, от Петра Алексеевича Порошенко, у нас большие шансы, потому что заявка выполнена полностью. Буквально неделю назад была последняя гарантия от Кабмина, была подтверждена, причем это такая сложная целая там, цепочка этих гарантий, которую надо было выставить перед УЕФА для подтверждения наших таких серьезных намерений. Насколько я знаю, на сегодняшний день в УЕФА полный комплект документов и на нашей заявке существует. Ни по одному документу нет там, вопросов. И мы ожидаем, что 25-26 января на исполкоме УЕФА будет оценка, которую мы с надеждой ждем все вместе. Не хотелось бы там загадывать заранее, но очень надеемся на то, что решение будет положительно в нашу сторону, потому как для нашей страны, для наших болельщиков, как никогда важен столь высший футбольный праздник, который может быть финал Лиги Чемпионов. Андрій Сергійович, ну і на закінчення нашого з вами спілкування, ми за лічені дні вже до Нового року, і ви сьогодні представляєте в собі не тільки як футбольного функціонера, ви як державний діяч, людина, яка посідає доволі таки високу посаду голови бюджетного комітету, комітет, який займається, як ви говорите, фінансовою конституцією. Ваші побажання для тих, хто нас дивиться, для рідного Дніпропетровська, для мешканців Дніпропетровської області? Ну, хотел бы, наверное, пожелать, самое главное, это искренности, искренних радостных эмоций, которые нас обязаны прийти в нашу страну, потому что действительно в последнее время самое главное, чего нам не хватало, это в каждой семье, в каждом доме радости, счастья. И самое главное, чтобы каждая наша семья была уверена, что наша страна сильная, в ней живут истинно патриотичные люди, которые сделают все для того, чтобы не только мы получили безвизовый режим с Евросоюзом, но и стали действительно одной целой страной, Европой, в которой мы по праву родились, по праву живем. И географично, и исторически мы всегда были и являемся частью Европейского Союза. Ну, а самое главное, это то, чтобы в следующем году не только в спорте, но и в жизни Украина всегда побеждала и была страной-победителем.
Ну що ж, я дякую Андрію Васильовичу, що він у своєму такому щільному графіку знайшов час і завітав до нас в студії 9 каналу. Я також приєднуюсь до всіх ваших побажань. Бажаю вам також успіхів на поприщі і голови бюджетного комітету, і голови Федерації футболу України. І будемо з надією дивитися на Євро-2016. Я думаю, що сьогодні ви це підтвердили, що Федерація футболу зробить від себе все залежне, щоб команда гідно виступила на цьому континентальному форумі футболу. А ми йдемо далі. Стрімкий спурт від першої ліги до прем'єр. За минулий 2015 рік його здійснила Дніпродзержинська «Сталь», яка в останню мить, вважай день, встигла застрибнути на сходинку заключного вагону потягу елітного вітчизняного футбольного дивізіону, що вже відходив. Що було зроблено за цей період, що не вдалося і над чим працювати далі йшлося у ході загальних зборів об'єднання громадян, громадської організації, футбольний клуб «Сталь» Дніпродзержинська. Стисло підвівши підсумки роботи футбольного клубу «Сталь», які оцінили задовільно, учасники зборів під оплески одноголосно висловили вдячність за зроблене вже колишньому президенту Максиму Завгородньому, віце-президенту Миколі Колючому, спортивному директору Сергію Брухану та головному тренеру Володимиру Мазяру. Поруч з цим доповідачі не без занепокоєння і стурбованості констатували факти того, що останнім часом у клубі спостерігається низка, м'яко кажучи, негативних тенденцій, які кидають тінь і навіть забруднюють ім'я команди славетного підприємства і міста. У зв'язку з цим, за відсутність патріотизму і підрив престижу клубу, його радою було прийнято рішення повністю виключити з лав членів тренерський штаб, обслуговуючий персонал і футболістів команди Ю-19, а сам колектив з метою економії коштів повернути з Києва, де він базувався до цього, до Дніпродзержинська. Іншим рішенням була прийнята постанова доручити керівництву клубу за підозрою у договірних матчах розірвати контракти з тренером молодіжного складу Віталієм Лаврішєвим, а також гравцями Владиславом Савіним, Іллею Соболем, Олегом Єфімчуком та Єгором Луговим. За відсутність належного контролю за тим, що відбувається, звільнити з посади керманича Ю-21 Сергія Шищенка. Їхні прізвища передати до відповідного комітету Федерації футболу України, а в клубі для розслідування інцидентів створити спеціальну комісію у складі Станіслава Коломойця, Віктора Маслова та Володимира Мазера, яка має у термін 2 тижнів доповісти про наслідки своєї роботи, зобов'язати раду клубу призначити нових тренерів з резерву клубу. Враховуючи існуючу домовленість між ФК «Сталь» та працівниками футбольного клубу «Металург» про надання їм тимчасової роботи, термін якої вичерпується 31 грудня поточного року, доручити керівництву клубу розірвати з ними контракти і поновити на роботі на місцях, що звільнилися, тутешніх фахівців. У випадку недостатнього фінансування футбольного клубу «Сталь» або його відсутності взагалі, а також враховуючи інформацію про ситуацію в клубі, пов'язану з діяльністю нового президента, яка суперечить статуту клубу, скликати позачергові збори з чергою денною про припинення діяльності громадської організації «Футбольний клуб «Сталь» Дніпродзержинськ». До речі, нового очільника клубу Вардана Ісраїляна запрошували на збори, проте він на них так і не з'явився, а у відповідності до статуту клубу його функції – лише представницькі. Судя по висказуванням в інтернеті, судя по сложившейся ситуації в клубі, вона достатньо опасна, ця ситуація. Ми можемо в прямом смысле слова потерять команду, потерять клуб. Почему я так думаю? Потому что новый президент, который пришел, Исраилян Вардан Михайлович, мне кажется, на мой взгляд, он ведет непонятную политику, направленную на развал клуба. Он позволяет себе убирать сотрудников города Днепродзержинска. Говорит о том, что будет финансирование в клубе, а его нет. То, что сегодня вы услышали, это больно, обидно до невозможности. Разве можно? Люди, которые создавали команду, пригласили хорошего тренера, за 2 года вошли в первую лигу и ворвались в премьер-лигу. А теперь что с нами делают? Ничего не хотят финансировать. Привозят своих людей с Донецка. Это считается, как Янукович такое делал. Так и сейчас делается. И они раньше были. Після такої вище перерахованої констатації фактів залишається тільки очікувати і здогадуватися, що буде далі. Найстрашніше, що може статися, елітний вітчизняний дивізіон через такі незгоди може втратити черговий клуб, який, на відміну від запорізького «Металурга», івано-франківського «Говерли» і харківського «Металіста»,
має середнє, втім стабільне, як за мірками української прем'єр-ліги фінансування, розпочати будівництво чи реконструкція стадіону у місті Прометея. Нинішня ситуація чимось нагадує ту, коли 2012 року на Олімпійських іграх в Лондоні золоті нагороди з академічного веслування у жіночій четвірці парній виборов квартет дівчат спортивного клубу «Дзержинка» Дніпровського металургійного комбінату імені Дзержинського. Відразу після цього з'явилася купа причетних до такого визначного здобутку. Від президента країни до дрібного функціонера, які отримали державні нагороди і подяки. Натомість дніпродзержинців просто забули. Хоча загалом у складі збірної України тоді їх було 12 і не тільки веслувальників. Щось подібне відбувається сьогодні. Хтось свого часу роками створював команду від заводської до прем'єр-ліги, а хтось, прийшовши на готове, намагається встановлювати власні порядки. Ну, ось такий матеріал ми отримали наприкінці року. І сьогодні ми будемо говорити про те, з якої точки зору, вірніше, правової, наскільки легітимні ці були збори, тому що багато інсинуацій з'явилося в соціальних мережах. Ми сьогодні будемо говорити з Сергієм Дмитровичем Кокушем, юрист футбольного клубу «Дніпро». Доброго ранку, я вітаю вас з наступаючим новим роком. Будь ласка, з точки зору юриспруденції, наскільки ці збори були легітимні? Тимними і наскільки ви можете сказати, що те, що відбулося, це дійсно має силу закону? Ну, как известно, 24 декабря 2015 года состоялось общее собрание членов общественной организации «Футбольный клуб «Сталь». Я сказав «Дніпро». Я вибачаюсь перед глядачами «Сталь». Общественное собрание – это учредителем являются физические лица, которые является высшим органом управления этой организацией. И по традиции, то есть каждый год собирается собрание для того, чтобы подытожить работу клуба, сделать новое направление, то есть оценить качество работы клуба. Ну и в связи с последними событиями, которые произошли в клубе, то есть, как известно, то есть были приняты некоторые важные решения. То есть, еще раз повторюсь, в общественной организации нет никаких акционеров, которые могли бы, как бы управлять организацией. Питание и у наших глядачів. За рахунок чего тоді живе команда? Команда и клуб существуют за счет членских внесков, то есть за счет спонсорской помощи, ну и за счет помощи от предприятия. Вот. Поэтому вот в связи с тем, в свете этих всех событий, был назначен новый президент команды клуба. Питання. Яким чином він був назначений? Будь ласка, проясніть ситуацію. Я знаю, що у нього лише представницькі функції. Наприклад, хто сьогодні згадає, хто такий президент Німеччини? Ну, Меркель, всі знають, що це канцлер. Президента Німеччини ніхто не знає. Будь ласка, давайте по порядку. Як було призначено пана Ісраїляна президентом футбольного клубу «Сталь»? Рішення общого собрання. Тобто протокол цього собрання був направлений в Федерацію футболу України, в прем'єр-лігу. То есть поэтому общее собрание и по согласованию с акционерами предприятия, которое финансируется, то есть был назначен новый президент. Какие его обязанности? Основной функцией его это способствовать финансированию клуба. Но большому сожалению, на сегодняшний день, и это было озвучено на собрании, то есть отчет был предоставлен главным бухгалтером, есть задолженность по заработной плате, налоги, то есть за ноябрь полностью включительно, пошел аванс уже декабря, нету денег заплатить, то есть предстоящие сборы, финансирования нету. То есть основной функцией, которой должен заниматься президент, не выполняется. Ну, наряду с этим, то есть происходят такие ситуации, когда появляются бывшие работники Донецкого металлурга, то есть новые люди, которые претендуют на работу. Соответственно, в работников, которые на сегодняшний день работают в клубе, появляется тоже недоумение, то есть происходит брожение, и ситуация, ну, скажем так, не очень хорошая. Функцию финансирования, как бы свою основную, он не выполняет, но наоборот, то есть пытается как бы руководить и делать те полномочия, которые, согласно уставу, определены на круг других лиц уполномоченных, то есть вице-президента, исполнительного директора клуба. Ну, согласно уставу, у них есть свои полномочия, которые и определяют работу клуба и направление его дальнейшего. Пане Сергію, ну, після ваших зборів ми всі читали, і це було в соціальних мережах, на офіційному рівні, ну, треба зробити, скажімо так, такий гарний плюс, що ви там не ховаєтесь, це відкрита розмова, прозорі ці відносини, і Шищенко говорить, мене ніхто не звільняв, мені сказав президент, що я маю працювати. Скажіть, де лежить правда?
президент керує, чи громадська рада, футбольний клуб «Сталь» керує? Ну, изначально это была общественная организация, она и остается организацией. Команда, она от заводской через аматорскую и вышла во вторую, в первую лигу. Сейчас играет в премьер-лиге, поэтому нам скрываться незачем. И относительно принятых решений, то, как и известно, и это можно ознакомиться на сайте официальном в клуба «Сталь», было принято решение разобраться с этой ситуацией, создана комиссия, которая поручена проверить всю эту ситуацию. Но опять-таки, эти фамилии, они были озвучены в Федерации футбола Украины. И просто отсидеться, отстояться в стороне, будучи старшим тренером команды, не получится. Я думаю, что комиссия, она сделает свои выводы. И как было поручено общим собранием, рада клуба, соответственно, и вице-президент, которому отдано право принимать, увольнять, заключать контракт, они сделают соответствующие выводы и будет принято решение. Относительно, хочу добавить, собрание, то есть оно полностью было легитимно. Потому что некоторые СМИ пишут, что как это может, то есть людям не понять, как это, что собрались, решили все. У нас в уставе это высший орган записано, что общее собрание. И собралось более 90% членов общественной организации, поэтому оно вполне легитимно. И те принятые решения, которые были озвучены, то есть они в рамках закона. Скажите, у меня до вас запитання. Багато хто задається питанням, що футбольний клуб, членство в прем'єр-лігі, це має бути юридична особа. Наскільки сьогодні може громадська організація, як футбольний клуб? На сьогоднішній день громадська організація футбольний клуб «Сталь» є юридичною особою, має свої рахунки, печатку, а відповідно до закону і в свете последних изменений налоговый кодекс, то есть громадская организация, она имеет полное право заниматься хозяйственной деятельностью. Единственное, что только доходы, которые она получает от своей хозяйственной деятельности, должны быть направлены на уставную деятельность. То бишь, как мы созданы для того, чтобы развивать профессиональный футбол в городе, и в области, и в стране. И, соответственно, эти деньги должны направляться на развитие футбола. Пане Сергею, скажите, чи був Вардан Михайлович запрошенный на ваши загальные сборы? Если был, то чему он не появился? Почему не явился, неизвестно. Но... Он был запрошенный, первое питание. Да, и исполнительный директор озвучил, что он был приглашен на общее собрание. Поэтому... Він, якщо я розумію, що ви юрист футбольного клубу «Сталь», чи спілкується він з вами, чи в нього є якийсь свій особистий юрист? Наскільки він контактує з вами? На сьогоднішній день контакту не существує, тому що, в принципі, для того, щоб приймати якісь основополагаючі рішення, і це прописано в уставі, і направлення діяльності, для цього обрана должность. И вице-президента, и исполнительного директора. То есть они, в принципе, и есть руководящим составом, которому отданы полномочия управлять клубом. Скажіть, після того, що відбулося, ви як юрист, людина, яка знає право, чи зверталися до вас той же пан Шищенко, чи звертався до вас там тренер Ю-19 за якоюсь там консультативною допомогою, щоб роз'яснити? Ні, офіційне обращення і неофіційне, тобто нікакого не було. Як ви бачите, в якій площині ви бачите розвиток подій далі? Ну, в свете последних событий, и, как известно, то есть было озвучено, что проблема с финансированием, поэтому если не будет финансирования или оно будет недостаточно, и было принято решение, мы еще раз соберемся, и будет принято решение о закрытии клуба. Потому что обманывать никто никого не собирается. То есть растет с каждым днем задолженность по заработной плате, это налоги, это административные расходы, поэтому создавать еще какой-то ком, который потом, а кто за это будет отвечать? Поэтому... К сожалению, будет принято решение. Но вы входите до керівного органу футбольного клуба Дніпро. Я знаю, что клубу. Знаете, вот я прочитал десь вираз, Святослав Сирота мне так сказал, что каже, не будемо прималяти там значеннями, коли Семеновича Колючого, він казав, там не один таракан по базі не пробіжить без дозволу Колючого. Ну, дійсно, я знаю цього чоловіка давно вже, я пам'ятаю, коли ми років там 15, чи я не знаю скільки команду, я пам'ятаю, що вони перші з цієї області розпочинали, дійсно, цього чоловіка треба дякувати за те, що він зробив цю команду. І, знаєте, от така тупикова ситуація. Там, не хочеться команда, там, знаєте, так, дебютант. Вчора ще команда першої ліги була, і команда, сьогодні команда прем'єр-ліги. Не хочеться, щоб ця команда там зникла з мапи, футбольної мапи України. Наскільки сьогодні має вплив той же Максим Завгородній, який ще донедавна був президентом клубу?
Ну, я думаю, он как представитель предприятия, которое действительно является финансовым источником поступлений денежных средств на клуб, я думаю, что они, должно быть принято какое-то решение, хотя, опять-таки, оно уже принято. И по согласованию с акционерами мы назначили президента. Единственное, что, как говорят, не знаешь, как поступать, поступай по закону. Если бы каждый поступал согласно своих функций, согласно своих полномочий, я думаю, был бы порядок. То есть президент, он обеспечивает финансирование клуба, руководство обеспечивает ее выполнение, отчеты, все, никто ничего не скрывает, даются планы и принимаются решения, и получаются какие-то результаты. Ну що ж, така складна ситуація у Дніпродзержинській Сталі наприкінці року. Хочеться вірити, що все у них буде добре. Ми дійсно отримали другу команду Дніпропетровської області, яка представляє наш регіон в елітному дивізіоні. Команда, яка, скажімо так, як я вже говорив раніше, застрибнула на сходинку останнього вагону потягу, який чимчикував до елітного дивізіону. І, знаєте, не хочеться, щоб ми втратили цю команду. Хочеться вірити, що все буде добре. І мої побажання того, щоб ми зберегли цю команду і якнайшвидше ми ці, знаєте, завали розгребли. Ще раз нагадую, Сергій Дмитрович Кокуша, юрист футбольного клубу «Сталь» Дніпродзержинськ, був гостем нашої програми. Я дякую, Сергію, тобі за те, що ти завітав до нас. Вітаю весь Дніпродзержинськ, вітаю всю футбольну спільноту Дніпродзержинська з наступаючим Новим роком. Я думаю, що 9-те місце – це не та межа. Я думаю, що я розмовляв з Миколою Семеновичем Калючим. Він каже, ми будемо боротися, мені аж страшно, ми будемо боротися за місце у Лізі Європи. Я дякую вам і я думаю, що у нас все буде добре. Йдемо далі. Біда вже зовсім не біда, коли поруч надійні друзі і фахівці. Легендарного футболіста Дніпропетровського Дніпра 70-х років минулого століття Володимира Сергієва спіткало лихо і, як з'ясувалося, на жаль, не одне на щастя, у скрутну для нього годину на допомогу прийшли Федерація футболу Дніпропетровська і медики обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Свого часу Федерація футболу Дніпропетровська разом зі своїми партнерами відгукнулася на прохання ветеранів надати невідкладну допомогу одному з їхніх ровесників Володимиру Сергієву. І вже незабаром, у квітні-червні поточного року, у лікарні імені Мечникова йому було зроблено дві складні операції з ендопротезування кульшових суглобів. К житті вернули мені Віктор Васильович іменно операціями на ноги. Я начал ходить, но сейчас произошла не получилось до конца вылечиться, чтобы быть довольным всем уже. На жаль, післяопераційний період видався не таким вдалим, як очікувалося. Виникли певні проблеми, навіть складні, важкі, зі станом здоров'я. Втім, на допомогу сивочолому ветерану знову прийшла Федерація футболу Дніпропетровська і медики лікарні імені Мечникова на чолі з головним лікарем, палким прихильником футболу і Дніпра, зокрема, Сергієм Реженком. Разом з провідними фахівцями закладу він взяв під особистий контроль процес реабілітації та одужання Володимира Сергієва. І сьогодні не без оптимізму та віри говорить про те, що вже незабаром їхній легендарний пацієнт стане на ноги і братиме активну участь у футбольному житті нашого міста. І ми сподіваємося, що в місті з усіма його друзями, з футболістами, в місті з Андрієм Васильовичем Павелко, який всячески допомагає, ми зробимо все можливе, щоб повернути йому былую прыть, щоб Володимир Володимирович порадувався на футбольному полі, показав молодежі, як треба жити і працювати. Прикладываем все силы, которые все, что зависит от нас и от больницы Мечникова, для того, чтобы наш уважаемый ветеран встал на ноги и вспомнил молодость, и порадовал нас своим хорошим настроением и еще долгие-долгие годы имел возможность посещать встречи ветеранов, не только их, и своим примером показувати, як нужно любити футбол, як нужно жити.
Такий був цей сюжет. І сьогодні черговий гість нашої сьогоднішньої студії, голова Федерації футболу міста Дніпропетровська, Віктор Андрухів. Віктор Васильович, я вас вітаю напередодні новорічних свят. Скажіть, я був присутній, принаймні, минулого року, коли йшла мова про надання допомоги Сергієву. Скажіть, як процес сам відбувався? Ну, у нас произошла предновогодняя встреча с ветеранами города Днепропетровска, вот, с нашей футбольной историей, в ходе которой было поднято много проблемных вопросов. И одним из этих вопросов был вопрос касательно физического состояния Сергея Владимира Владимировича. Вот, мы постарались оперативно отреагировать на эту проблему, нашли возможность найти спонсоров, которые помогли нам организовать закупку соответствующих медицинских препаратов и протезов для совершения замены, ну, операции по замене тазобедренных суставов. Вот. Была запланирована первая операция, она прошла успешно и должен был пройти определенный послеоперационный период. Вот. Спустя 3 месяца после первой операции было принято решение сделать вторую. Она прошла также успешно, но, к сожалению, ввиду, скорее всего, возраста нашего ветерана, вот, организм испытывал определенную нагрузку, в связи с чем возникли определенные сложности по здоровью. Вот. Мы сразу обратили на это внимание, связались с представителями больницы Мечникова, и сейчас очень пристально следим за его состоянием. Надеюсь, удастся стабилизировать и поставить его на ноги уже в следующем году. И сделать все возможное, чтобы к следующей встрече ветеранов он сидел за этим большим столом, мог радовать своих коллег и вспоминать свою молодость, ну и своим примером вдохновлять молодежь. Виктор Васильович, все-таки перший рік на посаді не останнього міста футбольного у нашій державі, голови Федерації футболу міста Дніпропетровська. Який він був для вас? Знаєте, от деякі скептики говорили, та що він там молодий, там, ну, дай Бог, щоб ви шлях повторили, який сьогодні ми маємо на увазі. Я пам'ятаю 15 років тому, коли 25 років було Андрію Павелку, коли він хлопчиком таким прийшов головою Федерації футболу Дніпропетровської області, сьогодні голова Федерації футболу України, голова бюджетного комітету. Ну, облишмо, це шлях Павелка. Який шлях Віктора Андрухіва був за минулий рік як голови Федерації футболу Дніпропетровська? Ну, наш замечательный, любимый город Днепропетровск имеет славную футбольную традицию и историю, и это обязывает уделять соответствующее внимание данному виду спорта, спорту номер один. Вот. Ну, скажем так, этот год был очень интересный для меня. Что удалось? Удалось сформировать команду, коллектив людей сплоченный, что позволило систематизировать те мероприятия касательно различных видов формата проведения соревнований касательно спорта по мини-футболу, по большому футболу, детско-юношескому футболу. Это такая основа, с помощью которой можно двигаться дальше. Вот. Нам удалось урегулировать определенные юридические вопросы, которые у нас возникли при, скажем так, работе Федерации футбола города Днепропетровска. Вот. Скажем так, за этот год был проведен полноценный чемпионат города Днепропетровска, в котором было 2 лиги. В первую принимало участие 10 команд, во второй 14. Как обозначают фахівці, команда 9 канала також приймала участь, мы посіли 3-е місце. Ну, я вам скажу, что такого чемпионата за останні, мабуть, 10 років ще не було за якісним підбором команд. Ну, хотелось бы отметить то, что в связи с такими нелегкими временами, которые испытывает вся наша страна, что нам удалось? Нам удалось создать, скажем так, более лояльные условия по принятию участия в данном турнире, определенным командам помочь решить их проблемы и снизить финансовую нагрузку, для того, чтобы все желающие имели возможность принять участие в этом мероприятии. Вот.
Также хотелось бы отметить, что мы провели ряд соревнований по детско-юношескому футболу. Сплеск спостерігається, и это действительно позитивный такой. В этом году был проведен чемпионат города по Днепропетровску, первый круг по 7 возрастам, в котором приняло участие 65 команд. Это говорит о том, что внимание детскому футболу уделяется, и мы не забываем про наше будущее, наших будущих днепропетровских звездочек, которые потом разбегутся по всей футбольной Украине. Виктор Васильевич, у нас 30 секунд до эфира залишається. Мы уже напередодні Нового року. Ваші побажання? Желаю всем любителям футбола, неравнодушным к этому виду спорта, жизненного, энергичного запала, никогда не унывать, не отчаиваться, смотреть вперед, любить жизнь, любить футбол, радоваться этой жизни. Це був голова Федерації футболу Дніпропетровська Віктор Андрухів. Сьогоднішня наша програма добігла свого кінця. Остання програма у 2015 році. Я плекаю надію, що ми зустрінемося з вами вже 17 січня 2016 року. Ми будемо намагатися підвести підсумки зробленого за минулий рік. Усім нашим уболівальникам я хочу сказати, що різдвяні зустрічі, можете назвати їх не Алли Борисівни, а Анатолія Борисовича Шинкаренка. Різдвяні зустрічі традиційно відбудуться цього року 11 січня о 18 годині у Палаці культури «Шиннік», футболісти, баскетболісти, ну і третя команда, хай це буде для вас ізюминкою, вона все-таки буде, я на вас там всіх очікую. Я вітаю всіх вас з Новим роком, зичу вам всього самого-самого найкращого. Це була програма «Дніпро футбол» і я, автор і ведучий Анатолій Шинкаренко. З Новим роком, на все добре, до побачення.